по длительности это точно мой самый долгий матч. Я еще никогда не играл в 3 овертайма и вообще 4 овертайма за неделю, потому что все еще и с Эфесом. А если посмотреть, и да нет, каждая игра она запоминается в первую очередь результатом, победой или поражением. Лично я смотрю с оптимизмом в будущее. Мы играем хорошо последние 3 игры, нам есть еще к чему стремиться. И Казань хороший соперник. Можно сказать, что это тройная неделя в Евролиге для нас получилась. Обидно, что проиграли, все было в наших руках, да, за исключением первой четверти. Начали очень плохо, потом вернулись в игру. И, в принципе, я думаю, все, кто любит баскетбол, остались довольны сегодняшним вечером. Мы подарили, наверное, много эмоций любителям баскетбола. First of all, I would like to congratulate Unix Kazan. It was a very exciting game, I think, for the fans. It's exciting to see such games in VTB. The league need this type of games to attract more attention, to make the sport of basketball more popular. We lost, I think, the game in the first quarter again. This is the only thing that we need to address preparation for next games. Both Efes and this game, we lost because of a bad first quarter. It's not a matter of lineups, in my opinion. On the other hand, you know, there is a silver lining that we had the character, we found it within ourselves to fight and get back into the game. Once again, the game could have gone either way, but unfortunately it didn't go our way. But it was a fair result.